Всем привет! Сегодня хочу поделиться интересным способом приготовления куриной грудки. Получается нежнейшее, сочнейшее и удивительно вкусное мясо. Секрет совсем прост. Куриную грудку в специях оставляем томиться в молоке под одеялом. Так она пропитается и станет очень сочной и останется мягкой. Сначала приготовим куриную грудку, помоем, обсушим. Добавим соль, специи, приправу для курицы, приправу карри и паприку. Они придадут филе аппетитный цвет. Распределим равномерно специи по грудке. И оставим пропитаться специями на 1 час при комнатной температуре. В кастрюлю наливаем молоко. Столько же, сколько весит грудка. У меня грудка 500 грамм, поэтому молока беру 500 мл. Доводим молоко до кипения. Опускаем куриную грудку. Держим ее на огне от 30 до 60 секунд. Я держу всегда 1 минуту. Снимаем с огня. Закрываем крышкой и хорошо укутываем. Оставляем на 2 часа или до полного остывания томиться и нежиться в молоке. Прошло 2 часа, достаем куриное филе из молока, обсушиваем и подаем к столу. Результат просто поражает, сочное, нежное, но просто объедение. Подавать можно с любым гарниром или использовать для бутербродов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!